Друзья, я всех приветствую. Сегодня обзор будет из двух магазинов Fix Price в городе Челябинск. Как и обещала, зашла за второй партией новинок. Увидела набор кисточек для дизайна ногтей от бренда Lovely. В наборе их 5 штук, и они безумно тонкие. Несколько видов для наращивания, для тонких линий. Одна для градиента. Цена 199. Привезли аптечки первой необходимости Fest. Дорожный формат, небольшой кейс. С обратной стороны есть перечень того, что лежит в коробочке. Это жгут, разные бинты, лейкопластырь и маски. Я нашла два цвета коробочек, это темно-фиолетовый и серебристый, но состав одинаковый, за 199. Ну наконец-то в нашем Fix Price появились большие подушки. Прямоугольная форма, цветочный рисунок. 50 на 70 сантиметров. По краю идет кант. На ощупь материал приятный, да и сама подушечка хорошо набита, пружинит. Такие же цветы есть на синем фоне. Наполнитель 50% пух-перо и хлопок. Стоимость 299. Мистер Сушкин. Сушилка для обуви. Актуальна в такой дождливый период. Время сушки обуви не менее 3 часов. С такой сушилкой справится даже ребенок, цена 249 рублей. Я заметила, что пополнилось количество сменных блоков. Гибкая основа для одежды, 2 штуки за 55. Ролики к ним также продаются отдельно за 55. Еще одна актуальная находка. Это зонтик. Самый простой, компактный, он не автоматический и не полуавтоматический. Клетчатые расцветки 2. Синий, серый. Один вариант с цветами на черном фоне, и для любителей однотонного есть синий. Развернула зонтик, никаких усилий не потребовалось. Есть маленькая кнопочка, также легко он складывается, цена 299 рублей. Размерчик для одного подходящий. Второй раз к нам привозят вот такие длинные свечи, немного они переливаются. Состав парафин. Лак свечной, хлопчатобумажная нить и воск. 4 расцветки по 55. Набор шариковых ручек с колпачками. В наборе 6 штук стоимостью 77 рублей. Наборы между собой отличаются рисунками. Сиреневые с котиками, на разноцветных машинке. И желтые с очень милыми единорожками. Все ручки с синими чернилами. Милейший дизайн на альбомах для рисования. Листочки плотные, обложка шершавая, размер 205 на 208 мм, 40 листов. Альбомы с разноцветными обложками, с рисунками детскими и без, за 55, а с картой 47. Маленькие блокноты на кольцах, листочки в клеточку. Формат А6, 128 листочков, цена 55 рублей. В магазине большой выбор обложек. Приходите, смотрите. Женские колготки Помпея, 40 ден, максимальный размер 4, с уплотненным носком и шортиками. Стоимость 149 рублей, в черном и телесном цвете. Оказывается, точно такие же есть размера XL. 40 ден, на какие параметры, прочитайте на этикетке. Все указано. Капроновые колготки Орадора, 30 ден. Как будто бы это мелкая-мелкая сетка. В темно-коричневом и черном цвете. Большой размерный ряд, цена 99. Теплые колготки для девочек. Производитель Зувей. Написано, что не скатываются. С собачками. Цена 199 рублей. 4 расцветки представлены. Самый большой размер нашла 150-164. Состав 65% хлопка, 30% полиамид и только 5% кашемир. Смешно, детские, но и на мою ростовку подойдут. Также в магазине Fix Price есть детские колготки Зувей с рисунком. Рисунок идет вдоль ноги, аналогичный состав за 199. Новые предверные коврики с ободряющей надписью. Размер 55 на 85 сантиметров. Стоимость 199 рублей, и с обратной стороны они полностью резиновые. И скользить по полу не будут. Крем для рук, марка «Народные рецепты». В первый раз вижу крем для рук в такой баночке.
Объем 250 мл, стоимость 55 рублей. Интенсивное питание на термальной воде. Крем для лица Омега 369, восстанавливающий, 55 рублей 85 мл. С розовой полоской это крем дневной, а с голубой ночной. Изучите перед покупкой состав, потому что он не самый лучший именно у этого крема. Если покупали, отпишитесь, как вам. Крем для рук, бархатные ручки, цена 55 рублей, объем 80 мл. Хорошо увлажняет. Dove Man Care – это увлажняющий гель для лица и тела. За 99 рублей 250 мл. Для мужчин Axe за 99 рублей. Это гель для душа, взрывная частота. Аромат теплый гранат и сандаловое дерево. Большая бутылка белизны 3 в 1 для стирки вещей, мойки полов и прочистки труб. В составе очищающая вода и гидрохлорид натрия. Литр за 27,50. Венчики из новой серии 27 см, нержавеющая сталь за 77 рублей. Кто еще не видел эту серию, в нее входят лопатки с отверстиями и без. Без отверстий немного уже. А еще половники за 77. Толкушка для картофеля, производитель Китай, 77 рублей. Материал хороший, увесистый. Бульонницы с ручками представлены в двух расцветках. Насыщенный бордовый и черный. Объем 620 мл, материал керамика. Стоимость 99. Новые контейнеры с крышкой, с паровыпускным клапаном. Объем 1,2 литра, стоимость 55 рублей. Контейнеры из этой же серии, квадратной формы, объем 0,8 литра за 55. Самый большой контейнер объемом 1,8 литра, он за 77 рублей. С ними можно делать все, что угодно, и в микроволновку, и в посудомойку. Все три вида контейнеров имеют три цвета крышек. Голубой, кофейный и белый. Продолжаю рассказывать про серию Loft. Стеклянные кувшины с черной крышкой, силиконовой вставки нет. Изящная тонкая ручка. Даже страшновато держать в руках. Боросиликатное стекло, полипропилен, литр 35 за 299. Стеклянные банки для сыпучих, тяжелые, удержать сложно. Надпись «Ты то, что ты есть» на английском. Состав стекло, жесть и полипропилен, объем 2,2 литра. Нашла еще с одной надписью «Секретный ингредиент – это любовь». За 149 рублей. Вот такие банки с дозатором привозили ближе к зиме прошлой. Все легко открывается, разобрали их быстро. Для масла, соуса подойдут. Объем 310 мл. Две расцветки на выбор и у этой матовое покрытие. Цена 149 рублей. Вот такой набор для специй вы тоже можете найти в магазине Fix Price. 6 баночек находятся сразу в специальной поставке. Смотрите обязательно на металл, в некоторых местах бывает он поцарапанный. Много элементов из коллекции я показала вчера, цена 299. Есть еще необычная деталь в этой серии, это сушилка или просто держатель для кружек. Сверху 6 крючков, а снизу пластиковый маленький поддон. Кстати, он убирается, конструкция не очень устойчивая. 299 рублей. Больше всего из этой коллекции я ждала вот эту корзинку. На светлом фоне ее видно еще лучше. Стоимость 249 рублей. Очень вместительная. У меня для вас шокирующие новости. В лайнере я купила корзиночки стоимостью 249 рублей. А теперь посмотрите стоимость на Чечерина 37B. Да-да, это те же самые корзиночки за 199. Обалдела не только я, но и все сотрудники магазина. На этом обзор я свой заканчиваю. Благодарю за просмотр. Пишите в комментариях, как вам сегодняшние новинки. Если понравилось видео, оцените пальчиками вверх и подпиской на канал. Ваши комментарии дают мне сил снимать еще больше видео. Всем отличных покупок. Пока-пока!